С открытием новой станции метро Ховрино дорога до Москвы у химчан займет не больше получаса пешком. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с жителями и представителями общественных организаций осмотрел дорожную сеть микрорайона Левобережный. Старт взяли от парка «Экоберег», прошли вдоль канала имени Москвы и через Химкинский лесопарк вышли к станции Ховрино. Сейчас маршрут требует детальной проработки. В планах администрации благоустроить территорию, установить освещение, оборудовать места отдыха и проложить велодорожку. Мы будем делать эту дорогу в два этапа. Вначале мы сейчас ее сделаем тропиночную сеть на территории микрорайона Левобережный до станции в этом году, в 2019-м. И запроектируем дорожку через, как у нас в народе говорят, трехугольник, который соединяется с МКАДом и железной дорогой, через вот эту часть нашего города. Мы сделаем проектирование в 2019 году, а в 2020 мы построим там также тропиночную сеть. Кроме того, в планах администрации разгрузить пробки. Разработаны быстрые решения. На улице Совхозная умный поворот на Библиотечную. Там расширят проезжую часть и установят светофор с датчиком контроля автомобильного потока.